Вайса не смогло создать сколько-нибудь серьезных проблем обороне «Спартака». Настоящей борьбы не вышло. Хотя и спартаковцев нельзя сказать, чтобы они играли с азартом. Это был первый матч, в котором они услышали недовольный свист болельщиков. Не было артистизма, присущего предыдущим матчам, и удары в основном шли выше ворот. Затянувшуюся безголевую паузу прервал Никифоров. От него всегда требует сильного удара. Вот он и ударил, а цимбаларь добил. Успокаивающий маневр перед перерывом. Второй тайм. Мухамадиев движется к штрафной. Перед ним двое. Он пасует цимбаларю, и там Кеченов его сбивают. Игроки с Конту недовольны, но пенальти. Никифоров, как всегда, точен. Спартак на последней минуте матча забил еще один гол. Это сделал Писарев, но, к сожалению, этот момент нам не удалось.